Сегодня 14 сентября, я нахожусь опять в парке Сокольники, значит, на главном круге. Вот. Впереди, значит, находится фонтан, он сейчас не работает, так как осень. Вот, значит, слева вы видите, ну, различные палатки с явствами. Вот, значит, с правой стороны идет, ну, как бы тоже палатки идут. Ну, там круг, и как бы здесь можно кататься на велосипедах, ходить. Зимой, значит, здесь заливает это все водой, значит, это все замерзает, можно кататься на коньках. Вот, в принципе, все очень неплохо. Здесь дорожки сделаны, они зимой чистятся. Вот, если зимой сюда попаду, я тоже это засниму. Вот. Слева, значит, по движению по кругу находится кафе «Сирень». Ну, здесь, значит, вот есть, ну, открываются они, не открываются, не знаю, двери. Двери, значит, в кафе без каких-либо, значит, ограничений, значит, ни ступенек, ничего здесь нет. Вот они боковые, не знаю, ну, наверное, они могут их открыть при желании. Есть только вот этот вот бордюр, но он невысокий, в принципе, здесь люди вполне смогут на колясках заехать, если нужно будет. Я думаю, что вполне возможно, что им откроют. Я нахожусь с другой стороны от кафе «Сирень», здесь главный вход, здесь, в принципе, есть въезд, но, конечно, он скорее рассчитан на мам с колясками, чем на, как бы, колясочников или опорников типа меня, то есть здесь нет перил и, как бы, плитка скользкая, не знаю, что здесь зимой творится, может, они вообще не используют этот вход, ну, как бы, заход, то есть здесь перил, поручни нигде нет. Вот с этой стороны, значит, у нас находится батутная арена, оказалось. Вот, ну, батутная арена сразу, да, то есть там они сразу ограничения, так я заходил на сайт одной из этих батутных арен, там написано, что инвалидов они не обслуживают, так как это, ну, в принципе, это травматичный вид спорта, а если мы еще там будем скакать, то это вообще, я не знаю, что это будет. Вот, отвечать им, конечно, за это все неохота. Ну, соответственно, я, как бы, ну, никогда и не пытался, и мне это не надо, потому что батут все-таки это слишком круто. Вот, там дальше впереди находится кафе, тоже какое-то кафе, сейчас я к нему стараюсь подойти. Сейчас я подошел ближе к этой кафешке, значит, это какой-то букер, не знаю, букип, не знаю, что это, как читать. Вот. Ну, здесь, в принципе, все нормально, то есть подъезд вот сделан, не знаю, насколько широкие двери для инвалидной коляски, но, в принципе, все очень даже неплохо. Если нужно будет, можно будет зайти. Вот здесь вот, вот она, эта батутная арена, там вот кто-то мечется, не знаю, что они там делают, но такое ощущение, что это там такой парк для тех, кто катается на роликах, на скейтах, на вот этих вот других устройствах. То есть там они вот, дети сейчас мечутся по ней, там шум какой-то. То есть вполне возможно, что он вот так, в виде написано «Федерация скейтборда России». То есть, наверное, на скейтах, ну что-то такое, скейт-арена какая-то. Вот, то есть вот так, такое здесь. Я прошел дальше, значит, за этим кафе, ближе к выходу, куда я пришел, значит, вот он, этот планетарий небольшой, вот здесь вот ремонт идет около площадки, значит, тут они тут меняют, ну, об этом я уже говорил. Значит, далее, если двигаться от кафе по кругу, там, значит, вдали виден этот, ну, парк развлечений, там всякие горки, аттракционы и так далее. Вот. Впереди тоже несколько кафе, сейчас я к ним подойду, будет видно, что там с доступностью. Вот я подошел, значит, к кафе, называется «Мельница». Ну, в принципе, очень все аккуратненько сделано, значит, здесь какая-то, ну, типа, детская площадка, не знаю, развлечения какие-то. Вот, все сделано, ну, под деревенский быт. Что тут мельница, я не знаю, вот, есть въезд вот для колясок. Я думаю, что, ну, хотя он крутоват, конечно, но, в принципе, я думаю, при помощи этих мальчиков из кафе, в принципе, везут кого надо. Значит, ну, здесь вот ступеньки. Ну, ступенька не критична, она одна. Вот здесь, я думаю, что можно будет людям подняться и спуститься. Вот, а для колясок вот здесь вот есть. То есть здесь вот есть, как бы, ну, въезд. Вот, в принципе, все более-менее, ну, как бы, ограничений никаких я не вижу вот в этом кафе. Вот. А дальше, ну, дальше идет вот указатели, что тут дальше находится. Вот. То есть, в принципе, все нормально.